для тех, кстати, вот для тех, кто не очень внимательно вот следит за происходящим на сцене, я хочу сказать, что несмотря на то, что декорации изменились, я не Александр Хигай. А похож. Знаете, вот столько про Мельникова сейчас говорили, столько говорили всего, но одну все-таки его профессиональную ипостась не... Была освящена. Так сказать, да, не была освящена, правильно. Дело в том, что в свободное от полетов в различные страны, в Индонезию, например, в свободное от полетов время Сергей Николаевич подрабатывает фотографом на аэродроме Жуковский. И, собственно говоря, вот мне повезло, как раз была его смена. И вы знаете, вот диск, мой крайний диск, который вот вышел про правду, ну, в принципе, уже в прошлом году, называется «Парашют». И там, собственно, он был оформлен, но сейчас уже абсолютно серьезно, Сереж, большое спасибо огромное, потому что такую помощь никто оказать не мог. Не стоит, не стоит. Вот, так что вот респект. А в связи с этим тогда, наверное, песенку, да, с этого? Обещания дороже, понимаем, что у нас похоже нет.
Слова, если ты мне не поможешь.